Здравствуй, зритель. Очередное съедобное, несъедобное, наверное, уже шестое. А может, седьмое, не знаю. Короче, чтобы как-то не стояло над душой и можно было выкинуть, да, вот оно у меня стало коробочкой для мусора перерабатываемого. Вот эта шоколадка очень вкусная. Один товарищ сказал, что красивая, да, цитата. В общем, она с одной стороны вот такая вот с рисунком, а с другой стороны без рисунков. Типа всякими там квадратиками или как-то так. Я только что доела последний кусочек, она, мне кажется, клубнично-молочная, ну, вкусная, короче, шоколадка в магните. У нас она продавалась по 54 с копейками. Тут у нас сколько ее вообще? 85 грамм. До этого она была по 100 с чем-то, я снимаю на телефон, ага. А еще вот конфеты, которые я долго хотела, на меня душила жаба, я их даже обозревала. Короче, очень вкусный марципан делает, это у нас... Ярославская область, больше сельский район, какая-то там деревня, собрание. Короче, местные делают, но очень достойно делают. Я восторгами уже делилась с одним товарищем. Намного круче, чем питерская грандинь или как-то так. Там вообще отврат какой-то. Тут реально миндальная мука и все такое. В общем, отличный марципан в шоколаде. Единственное, конфетки вот в таких пакетиках. Их всего лишь 8 штучек. 150 грамм. 253 с копейками и 8 таких вот конфеток. Как-то мало, но очень вкусно. В общем, всем спасибо. Короткий такой видос, и всем пока.